Если вам нравятся экшены, если вам нравятся драмы, по крайней мере, один Сайло находится на галактике. Если вы любите спецэффекты, то смотрите первый сезон «Звездного крейсера Галактика». Давай, мальчик, пошел. Пошел. То, что сделали создатели, это было очень смело. Не ограничиваться рамками одного стиля. Пусть на галактике узнают, что у нас здесь проблемы. Ладно, Кара, дай мне отдохнуть. А зачем мы об этом спорим? Да я понятия не имею. Ты командир авиагруппы, так веди себя как подобает, что, черт побери, это значит. Ему приходится справляться со множеством обязанностей. Как старшему пилоту, как советнику президента, ведь он становится советником президента по военным вопросам. И он сын своего отца. Знаете, он человек с принципами. Своими собственными взглядами на вещи, которые не всегда совпадают с положением вещей на галактике. Я это все довольно долго объясняю. А Джимми нет. Это как подбирать слова, разговаривая на иностранном языке. Есть определенные слова в английском языке, которые нельзя произнести с американским акцентом, такие как «педик». Я могу сделать фильтр, который будет в основном ионизировать синтетические молекулы и таким образом доставлять тебе своих сайлонов. Я думаю, у этого Гая короткая память. Ну, как у многих людей. Он учится чему-то каждую неделю. Поэтому он должен делать выводы. Но похоже, что как только он срывается с крючка, то снова на него попадает. У него нет больше друзей, кроме номера 6, который он считает лишь чипом в своей голове. Безусловно, поначалу он был атеистом. Он не верил в Бога. Наука учила его, что это нецелесообразно. Однако постепенно, от серии к серии, он вынужден забрать свои слова обратно, поскольку верит в то, что он, вероятно, стал божественным орудием. И рассмотрим вопросы, которые прислали фаны сериала по электронной почте. Будут ли развиваться события вокруг оккупации 12 колоний, или это будет пропущено? Да, довольно бурные события. Ведь на вашу планету вторгаются и захватывают. Я имею в виду, что через весь фильм идет подсюжет, который разворачивается на Каприке. Отлично поработали над мини-сериалом. Будут ли на этот раз в сериале геи?